Когда ты выходишь в эту жизнь, то ты один. Я думал, что мой позвоночник высыпется. В спорте есть правила, а жестче взаимоотношения, наверное, в жизни. После Пекина у меня были проблемы. Конечно, меня не обошла мимо звездная болезнь. Я виноват очень сильно. Я стараюсь быть приземленным, и у меня не получается. Со школы, с первого класса. Пойду заниматься фристайлом. Это очень красиво, мне нравится. Я так вот устал, пока я не ударился, меня назад откинуло. Я упал и начал терять сознание. В моем классе достаточно ветерально. Поднимайся, молнию, смейся, радуйся. Это все посвящается одному этому богу. Где-то какие-то были вымыты полы олимпийской чемпионкой. Расскажите. Это правда. Я одна. Но понимаете, это тоже свобода какая-то.